Ну что, начнем. Это, скорее всего, будет раскладка на 5-6 дней похода. То есть, как минимум, 5 ночевок. Соответственно, палатка двухместная, прям полностью помещаюсь я с рюкзаком. Зимний спальник, несмотря на лето, довольно холодно вечером. Рюкзак Дойтер, собака тяжелый. Внутри еще есть водная система на 2 литра. Плюс у меня еще бутылка запасная, вот литровая. Надувной коврик, ясно видно. Трекинговые палки, вот они вот. Вот это вот пакет с одеждой. Там шорты, 2 запасные футболки, там 3 трусов, 3 носков, там и одни гетры. Здесь вот штормовка красная, зеленый мой флис. Потом идет термокружка, там вон нитка есть у меня с иголкой. Ложка, джетбойл, ножик. В джетбойле, кстати, вот здесь вот 100-граммовый баллон газа. Вот это вот 230-граммовый, но он не полный. Потом идет вот эта вот беленькая штучка. Это чай. Пару зажигалок запасных. Вот фонарик Petzl. Телефон. Электронная книжка почитать. Потом дальше идет печеньки, вот это вот в баночке кофе. Здесь уже идет раскладка по еде. Там 6 пачек шоколада по одной на день. Там 4 пачки у меня лапши. Вообще 5, вон там уже мусорная валяется. Надо ее потом положить. 2 кукурузные каши, 2 овсянки, 1 просто какая-то злаковая каша, 2 гречки, 2 здоровых пачки пюре, 4 здоровых пачки семечек чищенных. 1 здоровый полкилограммовый сыр сулугуни, 2 колбасы московских запечатанных, 2 печеньки Мария, вот это сушеное мясо, там чуть-чуть осталось, вот этот есть, этот, как его, табаско, это у меня зайцем, он пролез в палатку, собирались там на море, отдыхали пару дней. И мы запечатывали палатку, я понял, что в конце он был в крайнем кармане и торчал. Поэтому я с собой привез. Вот это вот полотенце синенькое, флисовое. Вот это вот туалетная бумага в пакетике. В принципе, что у меня еще осталось? Остались запасная обувь. Я взял с собой сандали. Вот это вот в маленьком пакетике аптечка, бинт, пластыри, клей медицинский, там у меня зубная паста еще с щеткой и, по-моему, все. А, еще цитрамон, если что, от башки не знаю. Ну и ремень. Вот это вот, на самом деле, такой же упаковка от надувного каремата, ну, собственно, карты. И еще у меня, по-моему, где-то лежит кошелек, паспорт, ну, да и все. Ну и встроенный, как бы, дождевик в рюкзак. Плюс сам поход вы можете посмотреть где-то здесь, будет ссылка или в описании. И подсуммирую, все это добро заняло где-то 20,5 килограмм. Это с водой полностью укомплектованный рюкзак.